четвертой серии сериала «Мосгаз. Дело номер 8. Западня». Начальство крайне недовольно работой Черкасова. Перед Олимпиадой столицы должно быть тихо, а все идет к войне криминальных кланов. Но Черкасов пока лишь еще больше запутывается. В череде противоречивых событий он пытается собрать информацию у следователя Куликова, который вел дело Анатолия Черепанова. Череп, понимая, что Ларисе угрожает опасность, представляет к ней телохранителя Батыя. Крайне заинтересованный в подробных сведениях о действиях Черепа, комитетчики вербуют Батыя. Посмотреть очередную серию вы сможете 18 ноября.